таке нечуване. У Харкові академічний і неакадемічний театри об'єдналися заради мистецтва. Харківський національний академічний театр опери та балету і недержавний театр «Прекрасні цвіти» створили сумісний проект – пластичну виставу «365». У вистави є головний герой – музика композиторів Антоніо Вівальді та Астора П'яцоли. Я ребят давно знаю, и мне нравится их стилистика, их стиль работы, их направление, которое они придумали, фанк-футуризм. Вообще хотелось в театре сделать что-то такое необычное. И вот «Прекрасные цветы», как никто лучше, подошли. Еще знакомство с Михаилом Захаровым, тоже потрясающий скрипач, и он как-то сошлось. И Юра Яковенко, дирижер, который не боится новаций, сразу поддерживает. Ну, в принципе, музыку мы с Юрой Яковенко начинали, когда думать, какую тему взять, вот тему. И взяли там музыку барокко, музыку 20 века, академический театр, который, да, ну, уже как бы отряхивается от нафталина, да, но здесь еще больше такую встряску дали. Музику осмислювали через пластику і алегорії, все у дусі прекрасних цвітів. Складається постановка з 16 етюдів на 16 композицій, 12 Вівальді і 4 П'яцоли. Головна сюжетна лінія – це історія скрипаля, який зустрічає справжнє кохання, має пройти певні препони, а разом із тим спостерігає за особливостями існування сучасного суспільства. Режисером став Артем Вусик, а головною скрипкою – Михайло Захаров. Харківський музикант, який вже довгий час працює у Віденській філармонії. Було музикальне пропозиція, тобто нам предоставили уже предлагаемую музыку, это Вивальди и Пьяццолла. И наша задача уже была это осмыслить и придумать концепцию, идею, визуал, набрать команду. То есть мы понимали, что здесь мы не обойдемся только нашим составом, в любом случае нужно больше людей. Предположить, как оно все повернется, было невозможно. Поэтому только в работе, конечно, были свои какие-то препятствия, нестыковки. В итоге мы как-то сошлись воедино, госструктура и независимый негосударственный театр, который работает не по правилам, да, который работает больше по каким-то своим личным, по своим личным правилам, по своим идеям. Вот, в итоге мы нашли общий язык, и вот получилось, конечно, это, ну, такой симбиоз сложный, но он сработал. Для меня это очень интересный проект, который очень оригинальный. Я не знаю аналога в Европе, в мире этому проекту. И, к счастью, он проходит у нас в Харькове. Кайф просто. Во-первых, я... Иногда хочется бросить все и быть актером, опять вернуться в театр, играть в театре. Я много лет работал в театре, и я просто получал удовольствие от того, что я актер. Мне нравится быть очень исполнительным, точным, правильным, там, что-то придумывать. Но актер, знаете, работа, режиссер все-таки такая работа, ты отвечаешь за все. А актер, он отвечает больше за то, что ты сам делаешь, ну, чтобы ты точен партнеру был, свои мизансцены. И я просто, для меня это такая отдушина, знаете, я понял, что я гораздо больше волнуюсь как режиссер, когда мои премьеры выходят. А сейчас я просто выходил и получал удовольствие. У виставі 365 багато гумору, хоча розповідають про серйозні речі. Шаблони суспільства, нездорову прихильність до сучасних гаджетів, бажання грошей або неможливість відмовитися від спокуси. В цьому спектаклі ми попиталися створити, я попиталася створити таку роль, такую женщину, чтобы показать, насколько женщина в нашем обществе все-таки ущемлена. То есть все вот эти героини, ну, она по сути одна, она какие-то, ну, довольно часто выполняла функции дополнительные, да, и только у нее была какая-то своя история, да, у нас уборщица. И мне кажется, что если мы говорили о стереотипах, да, о сегодняшнем обществе, что происходит, вот как раз эта героиня была нужна для того, чтобы наочно увидеть, насколько женщина действительно иногда занимает второй план, начинается, и на наш взгляд,
на взгляд создателя спектакля, это совершенно не современно. И поэтому вот, мы так довольно критично пытались смотреть, что происходит в обществе. И, конечно, с любовью. Критично, но с любовью. На думку програми «Парк культури», вистава «365» – унікальне явище у сфері театрального мистецтва Харкова. По-перше, це поєднання двох несумісних до цього структур – державного та недержавного театру. А отже, це унікальний компроміс. А по-друге, це прекрасний симбіоз музики і пластичного театру гротеску. За словами творців вистави, постановка «365» увійде у постійний репертуар ХНАТОБО.